существует проблема. Мы не понимаем, что нам достаточно молитвы. Творцу не нужно большего, чем того, что мы попросили. И мы не понимаем, где граница между тем, насколько я могу просить и о чем просить, и насколько я, в принципе, на это способен. Кроме молитвы у меня нет ничего, нет у нас все еще. На самом деле, все еще у нас нет ощущения, понимания этого факта, что мы должны только просить. Нет. Мы считаем, что мы можем что-то сделать. Как делать? Что? Где еще что-то сделать? Молитва. Это означает, что Творец всегда должен быть у нас в прицеле. Только молитва. Если бы мы все сосредоточили на молитве, мы бы добились успеха намного быстрее. Мы выполняем действия, но это много действий, но не то, что они излишние. Они, в конце концов, приведут нас к молитве, но очень длинным путем. Это так организовано, что мы можем... Да, так устроено, что мы в десятке, и мы все время должны об этом напоминать друг другу. О том, что у нас нет ничего, кроме молитвы. И вся сила десятки в том, что мы соединяемся в молитве. Миньян, десятка. Можно сразу подходить к молитве, без того, чтобы мы делали разные действия до этого? Без всех действий. Все действия только для того, чтобы подготовить нас к молитве. Вы уже сейчас можете молиться вместе, соединиться для того, чтобы молиться. То есть, чтобы раскрыть, какой хиссарон. Даже хотя бы немного общий, совместный, соединенный с Творцом, чтобы его насладить через объединение между нами, как дети, как маленькие. И вперед, действуй.